первый. Ты что, на окей здесь? Я захожу, двигаюсь, все, кидаю руки, все. А зачем передо мной? Оп, туда, в сторону сразу. Да. Ты меня забодать решил? Ну, просто показываю. Как так? Ты же даже глаза запустил. Ты что? Держи дистанцию. Держи. Я с дальней дистанции тебе вот пытаюсь скинуться с ударом. Вот здесь локс. Ты же видишь, что я делаю? Вот он ты. Смотри, ключевая твоя работа. Назад и сразу в сторону. Назад, в сторону, вперед. Не назад и стоять здесь. Вот это очень важно, пожалуйста, еще раз. Не суети, ну держи дистанцию. Вот здесь, тан-тан-тан. Рашиди, вперед-назад, челнок. Вперед-назад, вот, вперед-назад, короткое движение. Ты еще за угол иди, старина, ближе ко мне. Ты, тебе, как, стоп, смотри. Фу. Вот чувство дистанции, еще раз говорю, вот тебе мои удары также нужны, в принципе, как и мне мои. Какой целью? Мне тебя засадить надо, да? А ты сделал прошлое, понимая, что я такой очень, блин, вообще убойный, блин, один удар мой прилетит тебе. И там вообще бронебойные у меня удары. Ты их немножко опасаешься, так сказать. Но они тебе нужны для чего? Чтобы провалить меня. Провалить встретить, провалить контратаковать. Поэтому дистанция должна быть не за 2 километра все-таки. Понял? Она вот здесь где-то дальняя, шаг должен быть. Вот на этот шаг ты мой должен, ты мой шаг можешь поймать, если у тебя вот напряженный, ну, в сторону ты ушел. Очень короткие движения. Имитируешь контратаку. Давай, я помедленнее буду, локти уже. Во-во-во-во-во-во. Назад, где ногами? Где ногами? Во, не раскрываться, уже и сразу ко мне. Опять, вот это маленькое движение делаешь. Раз. Оп, сюда, вбирайся. И как раз равновесие будет. А это вот, то есть ты среагировать на мою, на меня должен ногами. Вперед-назад, очень короткое движение. Жестче ноги. Плечи расслаблены. Но руки ближе к себе. Во, ну куда, куда, зачем ты сюда? Ты уже дошел на дистанцию. Зачем ты плечи еще тащишь? Просто вот здесь, собирай руки. Фу-фу-фу. Вот уже интереснее. Проще стало? Как только ты напрягаешься вот здесь, ты уже двигаться не можешь. Ну, отпрыгивай, отпрыгивай. Раз, два, прыгни ногами. Давай еще раз с тобой. Назад, в сторону. Назад, прямо назад. Вот. Я понял, что происходит. Смотри, ты вот так стоишь. Вот. Понимаешь? Вот у тебя плоскость плечей и ноги. Ни в одной плечи и ноги, ни в одной плоскости. Посмотри, у меня сейчас будет то же самое. Посмотри, делай в меня движение. Видишь меня вот? Я тоже инстинктивно. Я не могу, у меня нету плоско сзади опоры. Плечи и ноги в одной плоскости. И тогда ты можешь вот здесь собираться. Ну-ка давай, ничего себе, вон тему какую подняли, с тобой нашли. Ну не поднимай плечи, просто в себя. Да, вот, сейчас удобнее было чуть. Еще раз, прямо вот передо мной. Вот этот момент, все, у меня он сам для тебя сейчас важный. И для меня. Во! Удобнее сейчас стало? Ну-ка еще раз. А теперь опять встань вот так, как ты стоял. Вот он, ты пытался двигаться. О! Понял, что произошло? Вот что мы вытащили с тобой. Вот твое положение. Ногами, все, и тебе. Поэтому ты сразу почему в сторону и делаешь, не можешь назад сделать движение, заманить противника, полноценно оценить. Вот такое твое положение тебя сразу тащит назад. А здесь ты можешь уже группироваться. Ну-ка еще раз. Опять плечи. Не ноги, ноги у тебя уже и так боком стоят, это старина. Да, плечи в одной плоскости, вот плечи и ноги в одной плоскости, друг мой. Опять в сторону пошел. Оп, в себя чуть-чуть. Во! Вот и все. Во! Браво. Сейчас понял, что сделали? Все, пользуйся. Спасибо. Ну, то на самом деле, понятно, что сделали или нет, а? Понял. То есть положение либо вот это, либо вот это. Все, это положение у тебя, все, ты и по сторонам даже. Их развесовка у тебя идет. Чуть-чуть, и все, тебя понесло. Все, молодец. Спасибо. Проверим. То есть действие какое происходит?
провалить противника, да, на ногах, на жестких ногах. Но сейчас разбирали Трофимова, почему не получается. Делает постоянное движение, вроде бы боксирует, а смотрите, оп, назад, и меня сейчас назад потянул. Посмотрите, плечи стоят не в плоскости ног. И любое движение назад, нету опоры на что? Ноги под плечами нет, поэтому инерция назад тащит, он пытается сделать назад, при этом раскрывается. Положение плечей и ног в одной плоскости позволяет вам даже вот как бы больше здесь группироваться, втягивать на себя, иметь опорную ногу, как пружинку, чтобы, например, поменять направление в сторону и назад, назад еще сделать. Чуть плечи стали не в плоскости ног, вас потащит назад, вы падаете и раскрываетесь. From Russia with glove.